Представляем вашему вниманию электрошейник TrainerTech DT4200. Это новая модель электрошейника. Она идет вот в таком вот кейсе. В комплект входит инструкция, зарядное устройство 220, USB зарядка. Шнур, кстати, который можно одновременно заряжать и пульт, и ресивер. Также идет подвеска, проверка контактов и сами контакты, которые накручиваются на ресивер, то есть различные длины. Так, ну теперь подробнее о самой модели. Модель 4200 имеет дальность действия до 2000 метров. Это одна из его основных особенностей. Вторая особенность этого ошейника – это то, что сам ресивер, обратите внимание, имеет вот такой вот вид, который облегает шею собаки. То есть не обычные квадратики, как в основном электрошейнике, большинство, а он облегает собаки. То есть собаке проще в этом электрошейнике работать в траве, в гущаках. Вот видите, да. И третье преимущество этого электрошейника – это LED-подсветка. Особенно те, кто гуляет вечером, при включении LED-подсветки ее где-то будет видно до 200 метров, то есть собаку вашу будет видно в темноте. Так, итак, теперь о пульте. Как он включается? Вот кнопка. Придерживаем, и вот у нас включилось. Вот регулировочные колесико. Это регулировка уровня удара, то есть шока. Обратите внимание, вот можно очень просто менять. Это раз. Значит, давайте подключим сейчас ресивер. Вот кнопка включения ресивера. Нажали, подержали. Вот у нас уже включился ресивер. Итак, кнопка звукового сигнала. То есть при нажатии на этот сигнал собака слышит звук. Это кнопка вибрации. Вот мы сейчас поставили на 99 уровень вибрации. То есть достаточно отчетливо должно быть слышно вибрацию. Здесь также есть две кнопки, шоковые кнопки. То есть одна кнопка — это импульс, подается один раз, и вторая кнопка — это идет воздействие током несколько секунд. Вот кнопка переключения на вторую собаку, видно на дисплее, вот 1, 2. Так, сам пульт очень легкий. Самое главное еще, что он водонепроницаемый, полностью водонепроницаемый, что ресивер, что пульт. И LED-подсветка. Ребята, LED-подсветка. Вот кнопочка. Мы зажимаем. Так, и вот у нас уже, видите, зажглось освещение на ресивере. И есть вторая позиция, нажимаем, и постоянный свет. Как я еще раз говорил, что это очень удобно в темное время. Собака выделяется на прогулках. А это очень важно. Это спасет вашу собаку от автомобиля или от других неприятностей. Вот такой вот электрошейник. Есть они в наличии, заказывайте. Я думаю, что эта моделька намного интереснее предыдущих версий от компании TrainerTech. Всего хорошего. Всем удачи.